И обо всем по порядку. Рабочую неделю открыло ежемесячное совещание руководителей компании «Газпром Добыча на дым». Его начали с приятной ноты. Почетной грамотой и нагрудным знаком ЗАГС Собрания Ямала за многолетний добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие топливно-энергетического комплекса был отмечен Игорь Мельников, главный инженер, первый заместитель генерального директора «Газпром Добыча на дым». Подводя итоги прошедшего месяца, Сергей Меньшиков отметил, что план по добыче углеводородов выполнен. Все внимание «Газпрома» устремлено к Баваненковскому месторождению, которое играет важную роль в выполнении плановых заданий на дымской дочке. В период пиковых нагрузок добычи углеводородов на месторождениях на Дым-Пуртаза продолжится плановая реконструкция. Впереди реализация большого проекта освоения Харсовейского месторождения. На этой неделе стало известно о важных кадровых перестановках «Газпрома». Со 2 апреля 2019 года Сергей Меньшиков назначен начальником департамента 307 публичного акционерного общества «Газпром». Генеральным директором «Газпром добычи на дым» избран Игорь Мельников, ранее занимающий должность главного инженера, первого заместителя генерального директора компании. Наши поздравления.